себе место основного форварда в команде. Но для этого, конечно, нужно стать более покладистым. Джеко просит мяча вперед. Сразу Балотелли. Джеко бьет издали и бьет насквозь! Ай да гол! На самой последней минуте первого тайма Эдин Джеко прошибает Давида Дехеа. 2-0 Манчестер Сити. Не ждал такой бомбы, такого ядра. Испанский новичок Манчестер Юнайтед. Вот зарядил, так зарядил, а? Да, но это вратарский мяч. Это вратарский. Что бы мы ни говорили, конечно, мы не будем тут же ставить крест на Давиде Дехеа, и Фергюсон не станет. Единственный человек, который сейчас, может быть, руки потирает, помимо болельщиков Манчестер Сити, это тот самый датский вратарь Линдегорд. Но вы смотрите, как мяч летит, а? Он даже одного оборота вокруг своей оси не сделал в полете. Вы представляете?